Ну, теперь к другим темам выпуска. Качественные работы выполнены за месяц. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов продолжает контроль деятельности подрядчиков на объектах в черте города. Сегодня основной объем по ремонту крыши завершен на двухэтажке Почкалова. Сергей Курицын рассказывает. Два этажа, два подъезда, скатная крыша и ни единого капитального ремонта за всю историю. Двухэтажный дом на Чкалова 44 типичный для старой пятерки. Проблемы такого строения можно предугадать по одному только виду. Капитальный ремонт кровли общей площадью 680 квадратных метров выполнен за месяц с небольшим. И это только основной объем. Дом еще не сдан. Полностью поменялось кровельное покрытие. Работы, соответственно, проводились в чердачном помещении. Заменили утеплитель, положили более плотный. Также устлали полностью чердачное помещение ЦСП. Были установлены ограждения вместе со снегозадержателями встроенными. Как уверяет подрядчик, особо проблемной крыша на Чкалова 44 не была. Тем не менее, практически каждой весной жители здесь объединялись одной бедой – бедой водной. Капели превращались в ручьи, дотекало и до подвала. Мы рады, что дошла наконец до нас очередь, и мы дождались, что нам крышу сделают. А проблемы у нас были, нас заливало, особенно по весне, когда начиналось снеготаяние. Очень много ставила ведра, постоянно ходила с тряпкой. Не заливала только в том году. Вот. А так, в общем-то, почти что каждый год. Мы, конечно, очень рады, что у нас теперь новая крыша. Конечно, хотелось бы фасад покрасить и сделать. Очень хочется этого. Изменения по фасаду здесь пока не планируются. Это может быть следующим шагом. В 2018 году региональным фондом капремонта многоквартирных домов по Ярославской области запланировано более 1000 видов различных работ. Качество контролируется на всех этапах ремонта. Сергей Курицын, Максим Сушанов, новости города.